кино. Не знаете, что посмотреть? Не переживайте. Осень — старт нового киносезона, а это значит, точно будет не до скуки. Мы составили подборку сериалов и фильмов, которые сделают ваши дни интереснее. Начнем с комедийного сериала «Ева, рожай». Почти 40 лет и нет ребенка? Неправильная какая-то женщина получается. Все это ежедневно слышит Ева, которая является преподавателем танцев. Живет она обычной жизнью. Любовник, работа в удовольствие, квартира в ипотеку. Но вдруг любовь всей жизни Евы стал отцом, и героиня решает взяться за голову и родить для себя. Но от кого? Как бороться со стереотипами общества и насолить бывшему, расскажет актриса Елена Подкаминская в новом сериале «На старте». В октябре состоится премьера 17-серийной комедии «Тетя Марта». В новом проекте главную роль исполнила 12-летняя Вита Корниенко, которую зрители знают по фильмам «Лед 2» и «Мажор 4». По сюжету, Марта в свои 8 лет живет с дедушкой, который сам нуждается в присмотре. Как долго она сможет скрывать правду от своей школьной учительницы, участковой и гламурной соседки? С тетей Мартой скучно точно не будет. Смотрите сериал на Море ТВ. «Круиз по джунглям». Собирайте всю семью у экранов для просмотра одной из лучших новинок для семейного просмотра от студии Disney. Увлекательная и визуально завораживающая экспедиция в джунгли Амазонии с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном. Бесстрашная ученая Лили Хоутон вместе с братом отправляется на поиски легендарного древа жизни, с помощью которого можно исцелять людей. Героям и их проводнику Фрэнку предстоит столкнуться с опасными животными, ловушками коварных конкурентов и сверхъестественными явлениями. Захватывающий и атмосферный круиз по джунглям ждет вас на канале СТС в подписке «Картина ТВ». Фильм «Лауреат премии «Оскар» Ван Гог на пороге вечности». И хотя это не премьера этого года, но мы советуем обратить на него внимание. О художнике снято, наверное, самое большое количество художественных фильмов. Одни очень красивые, мелодичные, другие — сложные, наполненные болью и безумием. И каждый заслуживает отдельного внимания. Предлагаем сегодня остановиться именно на этом фильме, где художника сыграл блистательный Уильям Дефо. Винсент Ван Гог одержим живописью и мечтает изменить мир. Он жил в Париже и водил дружбу с Полем Гогеном, который посоветовал ему искать яркий и теплый свет на юге Франции. Переехав в небольшой город Арль и при финансовой поддержке брата там обосновавшись, Винсент заводит дружбу с местной трактирщицей и получает мощное вдохновение от местной природы. Именно тут и начинает формироваться его неповторимый художественный стиль, который, однако, пока не находит признания ни у знатоков, ни у публики. Отдельно стоит отметить музыку в фильме, его можно смотреть с закрытыми глазами. Фильм ждет вас на канале «Наше любимое кино». Для тех, кто устал от фильмов и сериалов, у нас есть громкая премьера — шоу «Новые пацанки» от телеканала «Пятница». Популярное реалити теперь можно смотреть без рекламы на премьер в удобное время. Героини проекта лишены родительской любви и понимания окружающих. Они — заложницы неблагополучного окружения и образа жизни. Пацанки понимают, что больше так жить нельзя, поэтому хотят измениться. Профессиональные педагоги и психологи пацанок подготовят для девушек задания, каждое из которых станет маленьким шагом на пути к большой цели. Смелый социальный эксперимент поможет пацанкам заново открыться миру, полюбить его и себя. Перейдем к главной премьере октября на премьер. Новый сезон сериала «Игра на выживание». Первый сезон «Игры на выживание» стал невероятно популярным в социальных сетях, и уже через неделю после выхода последней серии режиссер Карен Оганесян объявил о том, что у сериала будет продолжение. И вот мы, наконец, дождались выхода второго сезона. Действия развернутся после событий, которые произошли несколько лет назад, когда 16 человек оказались втянуты в съемки шоу «Выживший», в котором победители получали как вознаграждение собственную жизнь. Сюжет вновь будет построен вокруг игры «До последнего выжившего», только на этот раз продюсеры придумывают еще более жестокие испытания. В неожиданном амплуа появятся и некоторые герои первого сезона. На этом на сегодня все. Делитесь в комментариях, с чего начнете просмотр. Все фильмы и сериалы вы найдете в подписке «Картина ТВ». И не забудьте подписаться на наш канал. Здесь будет еще много интересного.